Степан Барай, Кенцюч, широкий круг от плеча, Кенцюч, Геран Барай, широкий круг, Кенцюч сверху начинал, немножко рука согнута при ударе. Как мы это применяем? Дзуки, чудан дзуки в живот, да? Геран Барай, так же было, Геран Барай, как мы делали с ой дзуки сразу, и отсюда размах и Кенцюч. То есть, ну, конечно, можно по голове сверху, совсем высоко, или в нос, или немножко сбоку, где-то ниже, в ключицу. Можно нанести удар еще с той рукой. То есть атака идет. Если в этом готовность на удар, если в этот момент мне пошел следующий дзюки, то есть рука в агилке, или цукамилка захватывалась. Та же рука, вот как училка, как вариант училки, агилка, сразу захват. И затем уже следует дзюки или дзюки в корпус. То есть получается, да, атака идет геранбарай, я пошел на размах, я сразу пили агилки, и что как, да, цуками захват. Атака идет еще, сейчас, и еще, и сбоку как пучинки, и агилки, сверху, сверху вниз, и атака. Ну или шагом, если дистанция, один на другой рукой, другой, да, парич, парич, и так же размах, да. Захват. То есть рука там хватает. Хватает, да? У нас удар. И чуть-чуть я там барай. То есть я могу идти сразу. В тот момент я иду, если даже чудан пошел в удар, может рука предплечьем или локтем. Локтем как Хиан Сандан. То же самое, да, только кенцуй. Ну, то же самое, кенцуй. Уракенуч. Кенцуйч. Уракенуч. Более низкая сторона. Кенцуй, да, потом музыка.